Что, ребята, настоящая битва начинается. Get ready, с вами Shadow Freddy, добро пожаловать в новую игру от Supercell под названием Squad Busters. Squad Busters, погнали, короче. И, друзья мои, что мы здесь имеем? Какого-то Мортиса, который нам подсказывает, какого-то варвара, который бьет скелетика, и монетки-сундуки. Уже, то есть, нам говорят, типа, все. Как говорится, вот мой дружочек, тебе боксы. Так, что мы имеем? Эль Примо, варвара. Так, у меня уже есть варвар. А, два Эль Примо, я не знаю. А, дополнительный челик, отлично. Так, а дополнительный челик нам как раз таки не помешает. Удерживайте, чтобы активировать турбо. Удерживайте. Так, давайте-ка бьем-бьем. И, ну, выглядит пока что все простенько, да и, в принципе, играется все простенько пока что. Грег звучит как какой-то перс из нового обновления Brawl Stars. Получает добычу за рубку дерева. А вот тут уже, кстати, интересно. Скажу сразу то, что я жду, вот пока Грег нарубит дерево. Грег Дровосек. Гемы. Отлично, кристаллы, охота за кристаллами, это все мы знаем из Brawl Stars. Дело в том, то, что я играл в последний раз, даже не помню когда, с какого обновления, последнего даже не помню бойца, которого я заприметил, окей. И, но Game Grab всем известный мы забыть не можем. Забыть также факт того, что у наших бойцов ППшки мы тоже не можем. Так, у нас тут мы можем получать гемы, кстати. Давайте-ка, пока Грег работает, а остальные наши сквадовцы помогают. И, кстати, только сейчас понял, прикольная задумка. Тот факт, то, что мы можем сейчас вот, кстати, напинать нашим дорогим противничкам. Это, я так понимаю, два кольта. Два кольта, у каждого по два кольта. Эй, я не понял, вы чё? Окей. А цена сундука бесплатна, кстати. Это за что? За то, что мы победили противников, наверное. Так, наши гемы, ничего не знаю. У нас вообще напряга ноль. Напряга ноль, противников тоже. Так, куда вы побежали? Думаете, спрячетесь от нас? Кстати, что-то они как-то пассивно играют. Но окей, мы финишировали с гемами, которые... Сколько у нас? Так, окей, по классике Shadow Freddy. Я классикал. Так, и у нас, кстати, 10 тысяч белорусских рублей. Что было бы, кстати, круто. И поиск игроков у нас начинается на лужайке. Конкурс пиньят устроил кто-то. И мы пришли как себе домой. Конкурс пиньят, пиньяты — это жизнь. И так, курицу мы выбрать не можем. Тогда давай выберем Грега. Почему? Потому что он уже начинает что-то добывать. А мы еще только начали. Мы уже на втором месте. То есть вы понимаете, какой это крутой сквад. Уже из одного Грега. То есть мы можем даже уже сразу взять себе... ну кого? Ну кого? Ну давай Эль Прима возьмем. Он крутой, он прикольный. Так, а, нет, смотри. И Грег, и Эль Прима могут биться. И получать... Ну, бить пиньят. Я думал только что... может Эль Прима, хотя логично, в принципе, точнее, я думал, что только Грег. Но окей, у нас, кстати, какая-то выживалка, честное слово, сейчас вот идет. В плане, один то рубит, другое другое рубит. Как, знаете, в Don't Starve, распределение обязанностей. Постой, что это? Бомба какая-то, бомба. Юпитер выбивает, понятно. Понятно, что мы на первом месте, кстати. Ну, правильно, наверняка сейчас у нас идет битва с ботами. Хотя, не знаю. Так, можно кинуть бомбочку. Нормально, слушать, надо туда сейчас пойти. Потому что мы кинули еще одну туда бомбу. А это значит, что? Правильно, что уже ни к черту эти пиньяты, они уже хуже, чем... Так, постой, ничего себе. Ты че, дядя, зачем ты это сделал? Зачем ты сломал мост? Какой-то странный челик. Окей, давай возьмем еще одного Грега. Так, вот он, Грег. И давай-ка побежим отсюда. Так, у нас, постой. Так, давай-ка доломаем пиньяту, потому что способны. Так, отлично, мы тактику выбрали. Крысину. Так, давай-ка. На-на-на, вражеский коль. Так, окей. Ну, что это вы? Нет, вы что думаете?
А, блин, кстати, плохо то, что они... Блин, они забрали все сундуки. Откуда у них вообще деньги есть? Окей, так. Нужно аккуратно, нужно и, как говорится, и от ботов не помереть, и самому на первое место присесть. Так, у нас пока еще раунд идет. Раунд — это хорошо, когда он идет. Так, сундук откроется, я так понимаю, через 50 минут, секунд. И, друзья мои, хорошо, что мои друзья, точнее, мои сквадовцы, они убежали от бомбы, которая только что была. Окей, Греги, Греги, ломайте. Как, кстати, я только сейчас понял, тут у нас такие лозы. Опа, посмотрите, как кто пожаловал. Динамит, динамит. Так, давай-ка откроем этот сундучелло, потому что варвар не ждет. Он готов сражаться. Ну что ты, чел? Боулер. Боулер, по-моему, так этот чел зовется. Вообще, давайте я, как говорится, поясню за историю того, как я играю в игры Supercell. Вообще, сейчас у меня, по-моему, не установлена ни одна игра от Supercell. Так, давай-ка Грега берем. Берем Грега, кидаем бомбы из воздуха. Ярость, кстати, новое что-то. Как и Эль Прима. Вернее, Эль Прима у нас не новая. Так, уже ярость использована. И уже, кстати, у нас нету бойцов. Поэтому нужно брать Грега. Добывать гемчики. Добывать новых бойцов. Давай варвара. Я что-то вообще, кстати, не смотрю. Я только сейчас понял, потому что не смотрю на бойцов. Какие там бойцы. Блин, надо выйти из лозы. А то как-то это нецелесообразно. Так, гемы, гемы, гемы. Собираем, кстати, собираем не фиолетовые гемы, обратите внимание, как в гемграбе в Brawl Stars, а собираем гемы, которые такие повсеместно встречающиеся. Так, давай-ка, что вы думаете, люди? Люди, которые еще и не люди. Постой, первое место, я только сейчас понял. Я не понял, как получил первое место, получив первое место. Ну, кстати, мы делим первое место с каким-то кибер-чуваком. Итак, мы получили 30 маны какой-то фиолетовой и много всяких финтифушек. Это, в принципе, неудивительно для Brawl Stars. И вот, кстати, да, я пусть не играл с этой обновой в Brawl Stars, но я наслышан о такой механике, то, что вот сейчас так нажимать, вот такие вот улучшения, супер большой обычный сундук. Да, то, что типа ты нажимаешь на сундуки, там же как-то убрали классические сундуки. В принципе, вот когда это убрали, я, по-моему, это не застал, кстати. Вот я тогда убрал Stars, так сказать, из своей жизни. Развивай отряд, путешествуй по мирам и получай новых противников, новых эволюционеров, короче. Это полезно, как покемон, эволюционировать. Новая способность — становиться элитным, побеждая врагов. Так, ну и мы также получили какую-то награду. Активируй эволюцию, получай порталы. Окей, звучит интересно, кстати. То есть вот эти фиолетовые, как я их обозвал, маны, это, во-первых, это портал, а во-вторых, это кольт. Кольт — это очень хорошо, особенно когда это на самом деле не кольт, а револьвер. Так, давайте не будем томить и пойдем играть. Играть, я так понимаю, что мне из сундуков могут выпадать, в принципе, угодно, какие угодно бойцы, которые у меня, в принципе, разблокированы. И мы на новом режиме. Гоблинская лихорадка. Повсюду бегают банды жадных гоблинов. Давайте же их раз стреляем, как говорится, из наших новых кольтов. Так, и я так понимаю, что нам нужно бегать и за ними тоже, и собирать монетки с них, что прикольно, что полезно, потому что, ну, камон, монетки — это сундуки, сундуки — это новые кольты, два кольта на два кольта. Это как-то не по факту, потому что неправда. Так, кстати, там новые, точнее, противники наши, они просто не просто новые, а просто противники. Так, давай-ка... блин, я хотел добить, конечно, того. Окей. Давай, кстати, еще одного кольта. Потом, я думаю, возьмем... смотри. Как только мы берем трех бойцов одного и того же типа, мы становимся яростными. Мы получаем яростного бойца. И получаем гемчики с гоблина. Что есть хорошо. Медик какой-то там. Челик какой-то. Никогда такого раньше не встречал. Это что, ваши
там новые обновления Brawl Stars. Я опять-таки наслышан. Да, кажется, что не наслышан, а что наигран, но все-таки я гамал. Да, гамал. Когда-то, сейчас не гамаю. Так вот, я наслышан то, что там сейчас кучу новых бойцов. Ну, у нас, кстати, тоже новый боец, Вад. Почему новый? Потому что двухзвездочный. Так, давай-ка побежим за этим гоблинцом. Потому что он уже все, спекся. И этот тоже спекся. И мы, кстати, на гоблинах фармим-то отлично. Давай-ка мы, раз уж на то пошло, купим третьего Грега. Слияние. Что он, интересно, кстати, может? Могут ли тройные бойцы вот эти, слитые, так сказать, слитые? Немного, конечно, не та формулировка, но все-таки, в принципе, достойная на жизнь. Так вот, могут ли они что-то уникальное? Даже не знаю, но у них появляется в их круге сердечко. Во-первых, тут у нас появляется в принципе сердечко, а во-вторых, появляется звездочка. А звездочки, как говорится, это хорошо, это знак качества. Ну, давай-ка мы возьмем еще одного кольта. Кольта. И, друзья мои, если... Будь я проклят, как говорится, если это не супербосс голем. Так, давай-ка возьмем еще одного варвара. Так, тише-тише, отходим. Отходим, по-моему... О, тише-тише. Давай-ка попробуем, кстати, победить этого босса. И отлично, мы, собственно, этим и занялись, и сделали. Так, отлично, пока все идет вроде как, если я все правильно понимаю. Потому что для меня сейчас немножечко все как каша. Но окей, мы с каким-то противником деремся. Получаем ярость. Ярость, как говорится, сила небесная. Последний рывок. Что за последний рывок? Что такое? Как-то странно, интересно. Окей, я думаю, что он мне не нужен, поскольку... Ну давай, как в Агарио сейчас было, мы зажали этого чела. Так, давай-ка. Да, добываем противников наших. И вроде как у нас все хорошо. Мы тупо стоя на слитых, если как я выразился, бойцах, мы тупо побеждаем. Да, отлично. Мне даже фармиться, я думаю, не надо, но все-таки... Так, во-первых, давай исцеление, во-вторых, давай Грега возьмем. Ну, надо было, конечно, для красоты взять бы кольта, может быть, тут возьмем. Нет, ну давай возьмем, окей. Давай бомбочку кинем, да мне уже никто не страшен, я могу, наверное, даже попробовать. Так, давай возьмем кольта. Давай, смогу ли я спидран по боссу? Погнали, давай. Отлично, он даже атаковать не успел. Чётенько. Блин, как прикольно все. Финиш! Первое место. Слушай, отлично. Пока все у меня идет отлично. Окей, 30 порталов и 122 пина каких-то. Я не знаю, как это еще обозвать. Окей, обычный, редкий. Да, редкий сундучок. Ну, отлично. Шоу-соу. Новый перс, медик, да, это медик, я думал, он по призванию медик, это по факту медик, ребенок, кстати, исцеляет нас, что не может нас не радовать. Так, получайте достижения, энергию порталов и путешествуйте по новым мирам. Скелет, нужно найти скелета, гоблина, пиньяту, крутого клетчатого скелета, а также получить награду, 6000 монет, ну, слушай, нормально. Можем получить, кстати, в будущем еще ребенка гоблина. Но окей, это все, конечно, будет. У нас тут еще какие-то заклинания использовать. Заклинания, я так понимаю. И давайте попробуем. Да, почему бы и нет. Давайте попробуем еще одну каточку. Надеюсь, это будет быстро. Турбо-перезагрузка. Ну, как раз. Так, не будем же томить. Погнали, давайте мне... возможность набивать всем по лицам. Так, давай-ка. О, давай, постой, у меня есть идея. Давай сразу нападем на этого кольта. Я не знаю, какой резон этого делать. Ну, просто, что он для нас пока что фармит. Фармит. Так, постой. А вот это уже, кстати, плохо. Это уже плохо. Мне нужно бежать. Это уже, кстати, не бот. Это уже реальный игрок. Так, давай-ка мы ярость используем. Используем ярость и будем как-то маневрировать. Курочка. Давай, кольта тоже используем. Давай, расстреляем. Давай. Я смогу добить его, дострелять. Отлично. Прям на тоненького пошел. Окей.
И за это мне дали бесплатный бокс. Ну да, потому что я такой крутой, на то никого рискованненького. Так, давай-ка, мне говорят, Грега нужно найти. А я говорю, что я нашел варвара. Варвара нашел. И, друзья мои, мне бы сейчас найти денег бы на сундук. Давай, Боулер, ты знаешь, как мне помочь в этом? Знаешь, конечно, тебя же... Соник. Соник, как так? Нет, кто... Боже мой, кто убил Соника? Кто, зачем, а главное, почему и как успел это сделать? Так вот, погнали за новым сундуком. Давай, тройной кольт, слившийся. Как, кстати, почти мы слились в начале. Но давайте не будем о плохом, давайте будем о Squadbusters. Собственно, что у нас тут и происходит. Так, давай-ка, получаем монетку. Тут фармимся, чилим, можно сказать, на расслабончике. С боулеров фармим монетки и гемчики. Кстати, как-то мы даже... О, давай, немножко извиняюсь, конечно, человек, но мы по-крысиму поступим немножко. И получим халявный бокс с медиком. Да, почему бы нет? Медик, конечно, это не слившиеся союзники, но тоже что-то. Так, у нас тут крутой бокс с вторым варваром второго уровня. И еще один бокс, кстати, еще один бокс. Давай медика возьмем. Медикаментозные препараты. Как говорится, курение выбивает. Грега, кстати, я давно не видел. Дружбан он хороший на самом деле. Так, давай-ка мы... Опа, как сделаем. Отлично. Давай-ка вот так вот в гущу событий. И давай добьем. Отлично. Да, мы не добили чела, но добили хотя бы с него боулера. Точнее, боулера. Какой боулер? Это голем. Что я несу? Вот что бывает, когда не играешь давно в игры. Ты забываешь обо всех. Что есть плохо, особенно когда нет нечего поесть. Так, мы на третьем месте, надо как-то это исправлять. Да, дракончик? Нужно как-то это исправлять? Надо. Так, давай-ка. Опа, отлично. Заработали гемчиков с дракончика. Гемчиков, в принципе, заработали исцеление, но пока не надо. Так, давай-ка. Эль Примо. Противник какой-то. Давай, куда пошел? Давай-ка добьем этого чела. И постой, у меня разве не было больше слитых противников, союзников, точнее, извиняюсь. Так, окей, и только под конец у меня, кстати, Грег появился. Окей, замечательно, как говорится, и прекрасно. Давай тогда, раз уж на то пошло, его возьмем. И вау, давай, гемы. И давай добьем противника. Давай, добьем. Окей, хотя бы добили голема, и на том спасибо. Кальта под конец хотел взять, но окей, видимо, не появился. Главное, что у нас наш, и на том спасибо. И, собственно, первое место для величайших сквадбастеров. Я не знаю, как много я буду повторять сквадбастер, но окей, мне главное, что выпал большой сундучок, в котором у нас 5 грегов. Отлично, первые шаги. Это какие-то тут отдельные квесты. Ну и давайте-ка. Дамы и господа, момент истины. Кстати, новый монстр у нас. И новый редкий. А, не редкий, извиняюсь. Дает 5 монет. Вот, кстати, эпично. Ну и, друзья мои, надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо тебе за просмотр. Увидимся в следующей серии Squadbusters. Пока.